Приближается самый священный праздник для всех мусульман – Курбан-Байрам. В преддверии этого дня работниками администрации Кашхабльского сельского поселения было решено привести в порядок парковую зону на центральной площади. Силами работников местной администрации, а также учащимися, работающими по линии Центра занятости населения во время летних каникул, были проделаны следующие работы. Ученики занимались кошением травы и обрезкой деревьев по всей территории парка, а женщины, в свою очередь, занимались уборкой мусора на тротуарах и дорожках. Как отметил ведущий специалист администрации Кашхабльского сельского поселения Рашид Папов, подобное сотрудничество с Центром занятости населения позволяет эффективно задействовать подрастающее поколение в общественном труде. Весь мусор сразу же на месте был собран и вывезен на территорию свалки. Всего в этих работах было задействовано 9 человек. Рашид Папов особенно отметил, что все это делается для приятного времяпрепровождения наших граждан.